Доброе утро, дорогие друзья. О пробках в Барнауле. На данный момент пробки 3 балла. Загруженность такая же, как и во все рабочие дни. Трудные места проезда на проспекте Строителей, Павловском тракте. Но здесь на Малахова, Антона Петрова, пока все свободно. Дорогие друзья, сегодня идет дождь. Не забывайте бачки и омыватели залить воду. Всего вам доброго. Ни гвоздя вам, ни жезла.